Всем привет! В эфире «Универ News», а в студии Дарья Владимирова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотри сегодня. В стенах КФУ стартовала конференция «Татьянин день». Международная группа исследователей открыла новый тип клеток иммунной системы. Владимир Путин отметил необходимость заниматься развитием университетов. В начале этого года Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором затронул и тему вузовского образования. Президент особо отметил необходимость не просто увеличивать цифры приема, а с участием бизнеса и работодателей заняться развитием университетов и вузов в регионах, особенно в сфере здравоохранения. О том, как это скажется на приеме абитуриентов в Казанский федеральный университет, наш следующий сюжет. В своем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин предложил увеличить долю целевых бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» до 70%, «Педиатрия» до 75%. В то же время по самым дефицитным направлениям ординатуры президент предложил ввести 100% целевое обучение, а при зачислении предоставлять приоритет врачам с опытом работы на селе. Мы попросили директора Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Андрея Киясова прокомментировать эти нововведения. Квота целевых мест в прошлом году, которая была у нас, она была уже близка к 70%. Это было 63 из 100 целевых мест. Другое дело, что, так сказать, договоры с нами были заключены. Не 63 было заключено, а было 35. И, соответственно, те, которые целевые места были по квоте, раз не заключен договор, то в этой ситуации они уходили в общий конкурс. Теперь квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов в обмен на гарантию трудоустройства врачей. В идеале это должно решить проблему нехватки кадров в области здравоохранения по всей стране. Сейчас поставлена задача, чтобы каждый регион, каждый район, каждый город посмотрел, каких специалистов у них не хватает, и сформулировал свои заявочные листы, что им необходимо конкретно обучить, например, столько-то врачей, чтобы через 6 лет к ним приехали эти молодые специалисты. Однако это не означает, что регионы будут закованы в рамки собственной квоты. Отправить на конкурс в ВУЗ они смогут любое количество абитуриентов. Когда районам говорят, у вас не хватает 10 врачей, то это не значит, что они должны посылать 10 абитуриентов. Район может послать 15 абитуриентов. И те, кто уже лучшие, должны поступать. Это означает, что конкурс на целевой прием останется прежним и не будет системно отличаться от конкурса бюджетников. Разве что повысятся пороговые баллы. И, конечно, увеличится количество мест. Очень часто целевые места рассматривали как своеобразную лазейку легкого поступления. Вот. Но сейчас все меняется. Да, ты, во-первых, несешь ответственность сам. Тот, кто тебя послал, несет ответственность. Я имею в виду, кто направил. И второй момент, сейчас ведь тоже очень интересно, сейчас по многим специальностям ввели порог баллов, когда ты можешь подать документы. Камиль Гемоздинов, Диана Шилова, Универньюз. В стенах Казанского федерального университета состоялось открытие научно-практической конференции «Литературоведение и эстетика в 21 веке». Конференция проводится уже 17-й раз, и география участников значительно расширилась. Ведь принять участие приехали не только со всей республики, но и городов России – Москва, Ульяновск, Ижевск и Лагань. Подробнее в сюжете Полины Романовой. 23 января на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета стартовала 17-я Всероссийская научно-практическая конференция «Литературоведение и эстетика в 21 веке». Второе название конференции «Татьянин день» дано в честь доцента Казанского государственного педагогического университета и кандидата философских наук Татьяны Геллер и Дня российского студенчества. Конференция началась с приветственного слова Искандера Ермакеева, заместитель директора по научной деятельности Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Мы надеемся на то, что будут дискуссии, что будет много вопросов. И самое главное, что будет интерес не угасать во время секционных заседаний, во время проведения пленарного заседания, потому что это самая главная отличительная черта любого научного мероприятия, конференции, насколько оно может вызывать интерес у его участников и насколько в конечном итоге они получают удовлетворение от того, какая работа была проделана. Поэтому желаем всем продуктивной работы, желаем
научных споров, желаем поиска истины. Участниками конференции стали ученики, студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели вузов со всего Татарстана и России. Далекое расстояние не помеха участию в конференции. Например, уже в четвертый раз приезжает принять участие делегация учеников многопрофильной гимназии города Лагань из Республики Калмыкия. Всего заявки на участие подали более 200 человек. Доклады участников конференции будут оцениваться руководителями секций, профессорами и доцентами кафедр КФУ. Традиционная эта конференция объединяет усилия, она такая специфическая. Конференция она объединяет усилия от начинающего юного литературоведа и до вузовского профессора. На конференции будут представлены доклады, раскрывающие проблемы изучения поэтики и художественных произведений, диалога литератур и культур, а также взаимосвязи различных видов искусства. В докладе мы рассказываем о самом Михаиле Исаковском, о происхождении его стихотворения «Катюши» и как она впоследствии стала песней. Мы рассказываем о том, что она стала популярной во многих странах. Конференция продлится до 25 января, в ходе которой будет проведен конкурс на лучшие ученические и студенческие доклады. Победители будут награждены грамотами, а их статьи будут опубликованы в специальном разделе сборника. Полина Романова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Международная группа исследователей открыла новый тип клеток иммунной системы, способных преследовать и уничтожать большинство видов раковых клеток. Открытие может совершить настоящую революцию в области иммунотерапии и привести к появлению универсального метода лечения рака, по словам специалистов. А подробнее в сюжете Лилии Баталовой. Т-клетки – это центральные регуляторы иммунного ответа. Основная их функция – контролировать силу и продолжительность иммунной системы. Развитие рецептора антигена Т-клетки стало одним из самых новаторских достижений в терапии рака за последние годы. Речь идет о персонализированном лечении, при котором Т-клетки пациента собирают и перепрограммируют на преследование особых белков, обнаруженных на раковых клетках пациента. Т-клетки, которые распознают какой-то белок, измененный в опухолевых клетках. Очень часто такие белки вызывают иммунный ответ в организме. Все время существует некий баланс между перерождением нормальной клетки в опухолевую и тем, что иммунная система готова справиться с такой проблемой. Рак возникает, когда этот баланс нарушается. То есть или иммунная система не справляется наша с большим количеством перерожденных опухолевых клеток. Либо опухолевых клеток становится слишком много в результате какого-то воздействия, например, облучения, канцерогенного воздействия. Вообще считается, если сильный иммунитет, человек здоровый, то вероятность заболеть у него раком намного меньше, если у человека ослабленный иммунитет, и он подвержен постоянным каким-то хроническим заболеваниям. В 2017 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первое подобное лечение для молодых пациентов с редким видом рака крови и костного мозга. Но такая терапия является весьма дорогостоящей и чревата серьезными побочными эффектами. Считается, что недавно обнаруженная Т-клетка способна отличать раковые клетки от здоровых, поскольку она фокусируется на молекуле МР1, которая находится на поверхности большого количества раковых клеток. Специалисты провели исследование в лаборатории и выяснили, что Т-клетки уничтожают раковые клетки легких, кожи, крови, толстой кишки, молочной железы, костей, почек, шейки матки. Лилия Баталова, Универньюз. Ну а теперь о погоде. В информационном агентстве «Татаринформ» состоялась пресс-конференция, посвященная изменению климата и природным катаклизмам. Выступали профессор Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев и доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Тимур Аухадеев. Метеорологи недосчитались 15 дней зимы и 25 дней лета, а также сообщили, что февраль будет холоднее, но суровых морозов не следует ожидать. Хотя отдельные понижения температуры могут иметь место. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!